Дисклеймер. В этом видео все не по-настоящему. Это рофл. Никогда не играй в Chicken Gun в 12 часов ночи. Это было ночью, когда я хотел поиграть в Chicken Gun. И я зашел в офлайн режим. Я решил выбрать какую-нибудь карту. Я выбрал Chala House Snow. Я заметил чикена, у которого шла кровь, и рядом стояла свечка. Ну, я подумал, как это могло произойти? Я же в офлайне. И я решил зайти в дом. Но случилось что-то странное. И вдруг меня выкинуло из чикенгана. Я не поверил в это. Ну, как такое могло произойти? Но я решил зайти еще раз в офлайн. Но когда я нажимал на кнопку офлайн, случилось опять что-то страшное. Я сразу же появился на карте Town 3F. И тут чикен, который стоит возле пианино. Ну, мне было пофиг, и я увидел разбитый самолет. Я не знаю, как он тут оказался, но это как бы офлайн режим, и в нем может играть только один человек. Без интернета. Я решил забраться, там мясная курица, и я заметил вот это. Там чикена жарили. Офигеть, реально его жарят, ну как? А еще я заметил пушку, но с ней ничего не поделаешь. Ну, я еще заметил доску. Что там написано? На доске было написано «Я тебя убью» на английском. И я хотел попробовать написать что-нибудь другое. Но когда я нажал на кнопку «Написать», то тут случилось это.